appealed to Rome for help in fighting off the Syrians. Симон взял пример со старшего брата Иуды и обратился к Риму за помощью в борьбе против сирийцев. And the Romans honored Simon by making him the ethnarch of Judea. Римляне оказали Иоаннафану честь тем, что назначили его этнархом Иудеи. And his throne was made hereditary. И таким образом, теперь он уже по наследству мог передавать свой престол. And so with the accession of Simon to the throne of Israel, that began what we would call really the Hasmonean dynasty. И фактически именно с момента вступления на трон, вступления на престол Симона и начинается так называемая Хасмонейская эпоха. Even though it really began 20 years earlier Хотя на самом деле эта эпоха началась на 20 лет раньше, когда Иуда Маковей вел освободительные войны. Now let me say something about an ethnarch, because it'll be important when we get to the Herods. Хочу обратить ваше внимание на такое понятие, как этнарх, потому что нам это будет очень важно при изучении периода правления Ирода. An ethnarch in the Roman days was a king, but with limited powers. Во времена римского господства этнарх означал царя с ограниченными возможностями. Be similar to a medieval vassal king. А вот в средние века было такое понятие – вассал. Фактически это одно и то же. You see, the Romans actually developed a hierarchy of three levels of kings. В Римской империи существовала иерархия царей и вот три таких вот уровня царствования. And if the Romans would establish a king in a region of the empire, если римляне хотели назначить кого-то царем на своей территории, who was highly trusted, это должен был быть человек, которому они могли доверять, and was believed to be able to rule that region without a great deal of interference from the Roman government. И если они были убеждены, что этот человек сможет править этой страной без их вмешательства, that person would be made a full king. То тогда этого человека будут называть просто царь, то есть он имеет право царствовать. But if this king was considered to need maybe a little bit more experience, но если этому царю не доставало опыта, and thus would need some supervision, значит ему необходим был какой-то советник, and usually would have to report to the local governor, Roman governor. И этому царю, так называемому царю, необходимо было еще отчитываться перед римским правительством. He would be made an ethnarch. То тогда он назывался этнарх. With not all the full powers of the king. То есть он не обладал абсолютной властью царя. And then there was a third level of kings. И был еще третий уровень. And they were called tetrarchs. Такие цари назывались тетрархами или четвертовластниками. And a tetrarch was a king with even more limitations to his power. У тетрарха были еще большие ограничения во власти. And so the idea would be to be if you were appointed a tetrarch. Поэтому идеальный вариант, если вас назначили тетрархом, and you did a good job, и вы хорошо себя проявили, you could be promoted to ethnarch. То тогда вы через какое-то время сможете стать этнархом. And again, if you did a good job, если вы были хорошим правителем, you could ultimately be promoted to king. То в конце концов вы сможете стать царем. And we'll see how that works when we get to discussion of King Herod. И мы с вами как раз увидим эту иерархию, и сегодня как раз будем разбирать период правления Ирода. And then his sons who succeeded him. Как это отразилось на его сыновьях, которые заняли престол после его смерти. Because we see that Herod was appointed by the Romans as the king of Israel. Потому что мы с вами увидим, что Ирод был назначен царем.
But when he died, his kingdom was divided among his three sons. Но когда он умер, то царство его было разделено между тремя сыновьями. And one son, Archelaus, was given the rulership over this green area here of Samaria and Judea. Один из его сыновей, Архилай, получил во владение вот эту зеленую территорию. But he was not appointed to be a king, he was appointed to be an ethnarch. Но он не стал царем, он был только этнархом. But two other sons, два других сына, Antipas, who ruled Galilee and Perea, Антипа правил в Галилее и в Перии, who was younger than Archelaus, он был моложе, чем Архилай, was made a tetrarch. Его назначили тетрархом. And then a third brother, Philip, who was given this region, the Transjordan region. А вот третий брат, которому во владение отдали Трансиорданию, вот эту территорию. Was also made a tetrarch. Тоже был тетрархом. And we'll see what kinds of problems that. И позднее мы с вами поговорим о том, какие у них возникли в результате этого проблемы. Well, Simon was made one of these mid-level kings. Итак, he was an ethnarch. А мы возвращаемся к Симону. Симон был назначен этнархом, то есть это второй уровень в иерархии царей. And then, like his brother Jonathan, he also had himself appointed as a high priest. А он также последовал примеру Иоаннафана, своего брата, и назначил себя первосвященником. Now, if you think that Jonathan made the Hasidim and the Pharisees angry by having himself appointed high priest. И мы с вами говорили о том, что насколько поступок Иоаннафана, когда он назначил себя первосвященником, вызвал гнев у хасидов и у фарисеев. Потому что они говорили о том, что он не отвечал требованиям, которым должны отвечать первосвященники. Just think how much more angry they would have become with Simon. А представьте, насколько они вознегодовали, когда Симон. Because Simon was now doubly unqualified. Дважды не отвечал требованиям, да. First he was not qualified to be high priest. Первое условие, которому он не удовлетворял, он не имел права быть первосвященником. Because he was not of the family of Zadok. Потому что он не был из рода Садока. And he too, like his brothers, had the blood-stained hands. И так же, как и его братья, у него была кровь на руках. But now he was calling himself king or ethnarch. Кроме того, он еще теперь называет себя царем, этнархом. And to the Jews, he was not qualified to be king. Иудеи считали, что он не имеет права быть царем. Because he was not of the family of David. Потому что он не был из рода Давида. David was from the tribe of Judah. Давид был из колена Иуды. А первосвященники, священники должны были быть из рода Левита. And so Simon experienced a great deal of opposition поэтому, from the religious leaders. Возникла такая оппозиция против Симона, и оппозицию эту возглавили религиозные лидеры. But to make things more complicated and more difficult for the Hasidim family. Но жизнь хасманейской семьи стала еще более сложной и трудной. Was that by this time another religious group was beginning to develop in Israel? Потому что в это время в Израиле появляется новая религиозная партия. In addition to this new highly religious pious group called the Pharisees. Кроме вот этой вот группы, которая считала себя благочестивыми, набожными, религиозными людьми, которых мы называем фарисеями. There developed another more politically oriented group. Появилась еще одна группа, политически ориентированная, которая называлась Саддукеи. Now the Sadducees, though they were politically oriented, they still were of the priestly families. Хотя саддукеи заботились больше о политических вопросах, однако они тоже были из рода священников. You see, in these days without a king, it was the high priest and the priests who had the power, the political power. В те дни, когда не было царей в Израиле, основная власть принадлежала первосвященнику и священникам. And so the Sadducees, as priests, had the control of the temple.
in Jerusalem. Саддукеи, будучи священниками, они контролировали храм. And so all of the Sadducees lived in the area of Jerusalem. Поэтому саддукеи жили как раз на территории, где располагался Иерусалим. Because the Pharisees, they were spread all over Israel because they didn't have to restrict themselves to the temple. Фарисеи были повсюду, потому что они не были ограничены храмом. As a result, the Sadducees controlling the temple became the most powerful political group in the city of Jerusalem. И таким образом получилось, что саддукеи, которые завладели храмом, также оказывали огромное политическое влияние в Иерусалиме. The Sadducees also represented the wealthy class. Саддукеи также были представителями богатого населения. And what is it that happens among the wealthy people? Что происходит среди богатых людей? Wealthy people tend to become more conservative. Богатые люди становятся консервативными. That is, they don't like to see change in society. Они не любят, когда в обществе происходят перемены. Why? Почему? Maybe because if change comes, they might jeopardize their wealth. They might lose their wealth. Потому что если будут какие-то перемены, они могут потерять свое богатство. They're comfortable with things as they are. They just want to keep their comfort and their wealth. Им и так все нравится, их и так все удовлетворяет, и поэтому они хотят остаться при своих деньгах. And the wealthy then would support any organization that would maintain order and peace in society. И поэтому богатые будут оказывать поддержку любой организации, которая будет поддерживать мир и порядок в обществе. And would enable them to keep their wealth. Чтобы они могли в этом обществе оставаться богатыми. And so the Sadducees found that they were not very supportive of the resistance to the Romans and the Syrians. Естественно, что саддукеи не стали поддерживать сопротивление сирийцам или римлянам. Because if you fight in a rebellion, you might lose whatever wealth you have. Потому что если присоединиться к сопротивлению, если вступить в войну, то можно потерять свое богатство. So they found themselves being supportive of the Roman presence. Поэтому они поддерживали римское присутствие. They found themselves not wanting to support the resistance against the Greeks, the Seleucids. Они также не поддерживали сопротивление против селевкидов или греков. They just wanted to keep everything as it was. Они хотели, чтобы все оставалось как есть. Let them keep their wealth. Чтобы их богатство было при них. And let the poor people fend for themselves. Бедные пускай сами о себе заботятся. So here you found these two groups very much at odds with one another. То есть вот появляются две совершенно разные группы, которые не находят общего языка. The Pharisees and the Sadducees. С одной стороны это фарисеи, с другой стороны это саддукеи. The Pharisees thought that the Sadducees were not pure in their faith, that they were willing to compromise their faith in order to maintain their wealth. Фарисеи считали, что саддукеи не придерживались чистоты религии, потому что были готовы пойти на компромисс ради каких-то политических целей. Саддукеи думали, что фарисеи были бунтарями. Always stirring up rebellion against the Romans or the Syrians. Постоянно они были во главе различных мятежей против сирийцев или римлян. And the hatred between these two groups. И ненависть, которая появилась между этими двумя группами, была настолько сильной, что иногда даже были различные столкновения с применением насилия. Now, why am I mentioning this? Зачем я вообще все это вам рассказываю? What do we see when we get to New Testament times and Jesus Christ comes into Jerusalem? Когда мы с вами читаем Новый Завет, что мы там видим? Когда Иисус Христос пришел в Иерусалим, кто на него нападает? Фарисеи and the Sadducees. И фарисеи, и саддукеи. And these two groups that hated one another. Я только что говорил вам о том, как ненавидели эти группы друг друга. Found themselves joining together. Однако они стали союзниками. Because they found another enemy they hated. Потому что они нашли общего врага, против которого они могли бы бороться сообща. And sometimes you wonder what strange bedfellows we make when we hate something so much. И иногда так и получается, что мы находим себе союзников среди тех, с кем ни за что бы не стали дружить,
Но если у нас общий враг, то мы как-то вместе начинаем сходиться. Вот эти две группы, которые очень сильно ненавидели теперь уже Иисуса Христа, they hated each other. Они и друг друга тоже ненавидели. И когда мы с вами читаем Новый Завет, то мы не до конца можем, наверное, прочувствовать, насколько сильно они ненавидели друг друга. But when we study the Pharisees and the Sadducees, we can see that they developed as opposing groups from the very beginning. Когда мы изучаем историю возникновения фарисеев и саддукеев, то мы видим, что изначально они формировались как две совершенно противоположные группы. And so by the time Simon became the leader of the Hasmonean dynasty. Итак, это все происходит в то время, когда Симон становится руководителем, правителем в династии Хасмонеев. These two new groups, the Pharisees and the Sadducees, were already strong rivals. Уже вот появляются две такие вот сопернические группы фарисеев и саддукеев. The Pharisees opposed Simon because they didn't believe he was qualified to be either priest or king, high priest or king. Итак, фарисеи выступали против Симона, потому что считали, что он был недостоин быть царем и недостоин был быть первосвященником. But the Sadducees supported Simon. Однако саддукеи его поддерживали. The Sadducees were favorable to the Greeks, and they supported efforts to Hellenize the Jews. Саддукеи благосклонно относились к грекам и также благосклонно относились к эллинизации. And they thought Simon would be able to help them do that because Simon was now a king. Because he was supported by not the Syrians, but by the Romans. И они думали, что Симон сможет им помочь в этом процессе, потому что Симон стал царем благодаря поддержке Рима. And then, but Simon ruled for only a period of about 8 years. Однако Симон был у власти не дольше 8 лет. He was actually murdered by rebels in about 135-134 BC. Где-то в 135-134 году его убили повстанцы. And he was succeeded by his son, a man by the name of John Hyrcanus. Его место занял его сын, которого звали Иоанн Гиркан. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Now, John Hyrcanus, when he became the leader, he was first supported and first even joined the Pharisee party, but then he switched over to the Sadducees. Когда Иоанн Гиркан стал правителем, он сначала присоединился к партии фарисеев, однако потом он ее оставил и присоединился к саддукеям. And he broke with the Pharisees because the Pharisees kept trying to get him to resign as high priest because, like his father and all those before him were not qualified to be high priest. Почему же он разрушил свои отношения с фарисеями? Потому что фарисеи настаивали на том, что он должен отказаться от должности первосвященника, потому что не соответствовал тем требованиям. But with the support of the Sadducees, John Hyrcanus was able to rule for 30 years. Однако, получив поддержку со стороны саддукеев, Иоанн Гиркан смог царствовать на протяжении 30 лет. He ruled until his death in 104 BC. Он умер в 104 году. And during the time of his rule, the Romans were gaining strength in the west, and as a result, the Syrians and the Seleucids were losing their power in the east. Во время его правления укреплялась как раз Римская империя, она становилась более могущественной, а сирийцы теряли свою власть. And so John Hyrcanus took advantage of the weakening power of the Syrians to expand the Hasmonean kingdom. Вот этим воспользовался Иоанн Гиркан, так как Сирия была слаба в это время, он решил, что пора расширить территорию.
During the reign of his predecessors, Simon and Jonathan, а его предшественники Симон и Иоаннафан, the Hasmoneans ruled the region of Judea. Царствовали только на территории Иудеи. The other areas were still under control of the Syrians. А все остальные территории принадлежали Сирии. But Hyrcanus was able to expand the Jewish rule to include Samaria in the north and Idumea in the south. Однако Иоанн Гиркан смог присоединить Самарию на севере и Идумею на юге. So I'm not sure if you can see this map very well, but this whole region colored in light green was now the kingdom of John Hyrcanus. То есть вот на карте вся вот эта территория светло-зеленым светом закрашена, как раз та территория, которая принадлежала теперь Иоанну Гиркану. And even though he was opposed by the Pharisees, his 30-year reign was a time of relative peace for the Jews. Несмотря на то, что фарисеи выступали против Иоанна Гиркана, все-таки 30 лет его правления были мирным временем. And but when he died in the year 104 BC, когда он умер в 104 году, Israel entered into one of its most crazy, bizarre periods in its entire stormy history. В истории Израиля начинается очень странный и бурный период. It's the kind of thing that movies should be made from. То есть это вот такой период, о котором можно снимать фильмы. John Hyrcanus had several sons. He had at least 5 sons. У Иоанна Гиркана было несколько сыновей, по крайней мере 5. 3 of them are of particular importance to us. Лично для нас интересно знать историю 3 сыновей. Because when Hyrcanus died, потому что когда Иоанн Гиркан умер, one of his sons, whose name was Aristobulus. Один из его сыновей, которых звали Аристобул. We call him Aristobulus the First. А мы будем его называть Аристобул первый. He decided that he would seize control of the family kingdom. Решил захватить престол. And the family opposed him, and so he had to take control by force. А естественно, что семейство воспротивилось этому, и ему пришлось силой захватить власть. He had one brother whose name was Antigonus. А у него был еще один брат, которого звали Антигон. And it was believed that Antigonus would be the legitimate heir to the throne. И скорее всего, именно Антигон был законным наследником и должен был вступить на престол. So Aristobulus had Antigonus murdered. А поэтому Аристобул убил Антигона. Doesn't say much for brotherly love, does it? Здесь вот как раз мы с вами не видим никакого проявления братской любви. These were the days in which if you were the king, the worst person, the most dangerous person around would be your brother. Вот это были те времена, когда если вы царь, самым страшным врагом для вас будет ваш брат. Because your brother might want to take your throne from. Потому что ваш брат может захотеть отобрать у вас ваш. So he had Antigonus killed. Поэтому он убивает Антигона. Of course, that didn't make his mother, their mother, very happy. Естественно, что матери это не очень понравилось. So to quiet his mother down, he threw her into prison. А для того, чтобы мама очень много не выступала, он ее отправляет в тюрьму. Sounds like a wonderful man, doesn't he? Замечательный человек, да? And then he seized the throne. И таким образом он захватывает престол. But his reign only lasted for a year. Однако он смог править, царствовать всего один год. But in that year's time, однако даже за этот год, he expanded the kingdom to cover the region of Galilee. Он расширил территорию и присоединил Галилею. So now we are seeing taking shape the Jewish nation. То есть теперь мы видим, что появляются вот такие вот границы у территории, как и во времена Иисуса Христа. And he died though of natural causes as far as we know. А насколько нам известно, он умер естественной смертью. But the interesting thing about Aristobulus. Однако интересный факт, который касается Аристобула. Was he made one right decision. Заключается в том, что все-таки одно правильное решение он принял. That is, he married well. Он хорошо женился. Он нашел себе хорошую жену. He married a very capable
Very shrewd and very wise woman. Он женился на очень талантливой, способной, в то же время искусной и немножко хитрой женщине, и мудрой женщине. And her name was Salome Alexandra. Ее звали Соломея Александра. And Salome Alexandra was able to use her wisdom to help him make a few right decisions during that year. Соломея Александра смогла повлиять на него, пока он был царем, и он принял какие-то важные решения, мудрые решения с ее помощью. But then unexpectedly he died. Но потом внезапно он умирает.